29 января в школе номер 179 прошло образовательное мероприятие «Татарстан. Территория возможностей». Цель проведения – формирование гражданского самосознания у школьников Республики Татарстан. Мероприятие направлено на то, чтобы воспитать патриотические чувства, чтобы ребята смогли показать свои знания в области географии Татарстана, истории Татарстана, в области культуры, спорта и так далее. Мероприятие проходит в рамках республиканского проекта «Кадровый резерв». Основная цель проекта – активизация молодежи, развитие деловых и личных качеств молодых лидеров и дальнейшее их продвижение в различных общественных сферах. «Кадровый резерв» – это республиканский проект республиканского масштаба. И его целью является отбор и работа с ребятами, которые находят свою целью в жизни, работу для развития, для продвижения Республики Татарстан и ее интересов. На мероприятии была проведена игра-викторина для школьников шестых классов. Она состоит из трех блоков. Республика Татарстан вчера, проверка знаний по истории и культуре Татарстана. Республика Татарстан сегодня, видео-вопросы от иностранного гостя Казани, представителя молодежного движения Германии. И Республика Татарстан завтра, информации и вопросы о стратегиях развития республики и предстоящих крупных спортивных и культурных мероприятиях. В мероприятиях вот не классно-урочной системы, а именно такого неформального характера, где они могут свободно совершенно задать вопросы, пообщаться, выставить какие-то свои мнения, предположения, они приносят очень хороший результат, потому что ребята понимают, что они значимы для того места, где они живут, они значимы для того города, они могут что-то делать сами, внести какой-то свой вклад. Среди гостей жюри соревнования были заявлены представители Министерства образования Республики Татарстан, руководитель IT-академии в сфере высоких технологий IT-парка, профессора Казанского федерального университета и многие другие. Артем Тупичкин, Леонард Влетяров, Универньюз.